Скажите, а почему вы не пропустили пешехода? Мы пропустили дорогу пешехода, конечно, на эту дорогу. Раз, два, три. В течение 20 дней можно будет оплатить полсумму штрафа 850 рублей. Произошло 99 ДТП с участием пешеходов, в которые 3 человека погибло и 98 получили ранения. Вот. В основном центре продолжается рост наезда пешеходов, именно как на пешеходных переходах, так и вне пешеходных переходов.